Наш добрый, любящий вас телеканал ТВ Михалыч о погоде на 27 апреля. Чувствуете, скоро лето. Всем, кто нас смотрит, здравствуйте, здравствуйте и всего самого лучшего. Партнеры программы, клининговая компания «Дворецкий» сделает вашу жизнь чище и уютнее. Узнаешь, что значит чистота. Весеннее обострение скидок 20% только в автомойке «Жигули». Смойте грязь до городских джунглей грязнулей. Друзья автомобилисты, у меня для вас опупенная новость. В автомойке «Жигули» скидка 20% на все услуги. Звоните, приезжайте, мы вас ждем. Автомойка «Жигули» на Толстого 23. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования Santoema. Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике. В большинстве районов антициклонный тип погоды. Ясно, большой суточный ход температуры, ночи без осадков, днем по трассе БАМа, увеличение облачности, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный 5-10, днем порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы, ночью минус 5-11, днем плюс 10-15. Центральные районы, ночью от минус 4 до плюс 2, днем плюс 17-22. Южные районы ночью от минус 3 до плюс 2, по юго-западу до минус 10, днем плюс 17-22, местами до плюс 25, скоро лето. В нашей любимой столице без осадка, ветер ночью переменный, слабый, днем западный 7-12 метров в секунду, минимальная температура ночью от 0 до плюс 2, максимальная температура днем 20-22. Атмосферное давление в течение суток будет падать 723 миллиметров ртутного столба. Вечером до 26 апреля до 715 миллиметров ртутного столба, уже 27-го. Наша жизнь проходит в стремлении к тому, чего у нас нет, и, к сожалению, о том, чего у нас больше никогда не будет. Пусть у вас все будет, и ничего за это вам не будет. Желает вам АТВ и Михалыч сердечно.